извиниться за бездарную игру нашей команды. Это моя вина, не сумел мобилизовать после победы над Соколом, настроить и комментировать технико-тактически все эти моменты. Я не хочу еще раз говорить, что хочу поздравить Соколенко с победой. И, если можно, я так коротко все закончу. Спасибо, всего доброго. Комментарий на этот раз очень простой. В таком составе и против такой команды, конечно, можно было заслужить очки, причем любые, ничью или победу, только на самом деле, сыграв на пределе своих возможностей, как моральных, так физических и тактических, всех в целом. Плюс еще, конечно же, и фортуна должна быть на нашей стороне. Сегодня все сложилось для этого. Очень много играли в обороне сегодня. В общем-то и готовились к этому. Все люди живые, кто долго не играл, после травм. Все провели по 90 минут практически. Это матч супер тяжелый, но тем не менее, в общем-то, фортуна была в нашей стороне. И те редкие атаки, которые мы проводили, завершились двумя победными мячами. Это просто фантастика. Денис, Денис Воин сегодня забил два мяча. Будет ли он останется на следующий год в команде? Ну, сейчас я не готов говорить ни по одному игроку, кто останется, кто не останется. Клуб прошел аттестацию в следующий сезон. И когда окончательное подтверждение у нас уже будет, что мы участвуем, как говорится, с руководством. Ну, я уверен в этом, конечно, но в наше время ни в чем уверен быть нельзя. Поэтому и начнем. Узнаем, во-первых, еще и кто у нас покинет клуб, по каким-то причинам, может быть, кому-то предложение хорошее поступит. Все будет зависеть от этого. Здесь ни по одному из игроков не могу сказать. Потому что если предложения будут из факела, например, сейчас какому-нибудь игроку, понятно, что образно говоря, из факела, могут и из других клубов пригласить. Поэтому такая работа ведется во всех клубах, поэтому сейчас ничего не могу. Сегодня на матч пришло достаточно много болельщиков. Что можете сказать по этому поводу? Радует. Ну, это, конечно, очень радует. Если честно, я как бы так краем глаза только видел количество болельщиков, но мне показалось, на самом деле, это, наверное, один из самых посещаемых матчей сегодня. Это радует в первую очередь потому, что некоторые люди, которые очень редко ходят на футбол, и кто-то даже совсем не ходит, они иногда говорят, что у нас на трибунах пусто. И если бы они посетили хотя бы один матч подобный, я думаю, что надолго бы забыли, что можно такие вещи говорить. Поэтому я рад, что Выксунцы приходят, болеют, приезжают болельщики из других городов, из близлежащих. Это говорит о том, что мы не зря свою работу делаем. И пускай даже результат не самый, который нет на таблице, не самый хороший, но я думаю, что все видят, что команда прибавляет, и даже на исходе сил с таким количеством травм. В общем-то, мы бьемся и показываем, что мы